это будет супер Дэдпул разбор, потому что он будет постоянно ломать четвертую стену. Я хочу сказать, что это обзор Дэдпула. Да я не знаю, скорее. Но что обзор, наверное, будет громко сказано. Ты думаешь, да? Да, потому что в данном случае, наверное, чтобы так разобрать, это типа скажет, вы должны были знать всех Дэдпулов, которые там присутствуют, всех этих гамбитов, там, карателей поименно. У тебя сейчас это смутило, потому что это такой первый импульс был сказать... типа, если вы знаете все это, то вы как бы конченый человек. А потом вдруг понял, что а я, в принципе, все это знаю. И у меня, да, случился когнитивный диссонанс. Но, в общем, да, в любом случае, привет всем, кто смотрит. Блин, ну да, я, то есть, в том плане, наверное, у тебя тоже какой-то... Особо много, кажется, что и не скажешь прям так, прямо очень много. Да мне, блин, у меня... По отзывам, там казалось, что все просто писались, это такой хороший фильм был, прямо вот так вот. А я что-то как-то уже на середине, что-то меня как-то вот так вот... Утомило, да. Да, это было у меня тоже это ощущение. Но ты знаешь что, я изначально, я был очень скептически настроен. Да. То есть мне казалось, что это не фильм, это контент, и что это сделано для людей, которым достаточно для того, чтобы им было весело и по фану, это сидеть и говорить «О! Но ты знаешь, в этом плане я... Мне кажется, что я был неправ. Это фильм. Вполне себе классический фильм. И я даже посмеялся, но мне кажется, больше 10 раз. Там есть какое-то правило такое, я не помню, как оно называлось, но что, типа, если ты приходишь на комедию, и ты посмеялся больше 6 раз, по-моему, то, ну, нормальная комедия, что ты не зря сходил, то есть комедия это что-то дала, то есть какое-то правило 6, по-моему, смешков было, что-то в этом роде. То есть меня было больше, они меня подловили, я постебался в больших местах, если бы я был вообще с нуля, ну, просто человек, который пропустил все это великолепие марвеловское, да. В кавычках или нет, решайте сами, вот, то я не знаю, было бы мне смешно где-нибудь бы. Я думаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть это... У меня есть жена, которая комиксы вообще не... Вот да, ну, то есть мне кажется, для меня это было бы страдание. Просто Hellraiser 2 часа. Типа, что это? Знаешь ли ты, что такое боль, да? Марта. Примерно. Ну, ты тоже смеялся. Мы смеялись. Да, я смеялся. Там, ну, там фильм, это... Блин, у меня от кино говно запомнилась одна цитата, да. про это Final Destination, что это не сценарий, это опросник, какие смерти хотели бы видеть зрители, и сценарий это вот то, что вот они попытались соединить вместе. И вот про Дэдпул, вот почему я говорю, что ну там посмеяться действительно можно, что это набор гэгов, которые попытались соединить в один сценарий. Хорошо, я тебе суппонирую. Да, это набор гэгов, которые попытались соединить сценарий, но обычно в большинстве случаев сценарии современного кино супергеройского, например, не только супергеройского, выглядит точно так же, только без гэгов. То есть я тогда уже голосую, уже давайте вот это та же вся хероборина, но с гэгами, чем на серьезных щах, потому что они это классический сценарий Disney, Marvel и даже DC, и много чего другого. Ну, это классическая путь героя, это вот утрированная, перестиранная. Очень утрированная, да. Только есть еще, только ты еще можешь посмеяться местами. То есть, ну, понятное дело, что да, не ради сценария все это дело затевалось, хотя они наводят иногда тень на плетень и серьезные жукоты, как, ну, не жукоты, а драмы. Они драмы, и даже местами, я бы сказал, это драма работает. То есть, когда Хью Джекман отыгрывает, он все-таки, да, как-то я ему верю. А помнишь этот момент в машине? Там мне вот реально, вот когда он... Там, про Махача? Перед Махачем, о том, как они вот этот Хью Джекман высказывал им, да, да. ему. И там реально чувствовалось вот это вот... ну, меня проняло вот это вот да. монолог, он такой... Вот, прям вот так вот сочно актерская игра, вот это да. вот было просто... И вот... Чувствуешь, и это правильно, ну, то есть, если бы он хохмел, как многие остальные, или как Дэдпул, это бы не работало. Вот, то есть у них да. вся динамика завязана на, как раз-таки на том, что...
Дэдпул делает дэдпульское, uh-huh. то есть ведет себя как школьник типичный, 12-летний с СДВГ, на что, о чем в фильме тоже шутят и прочее и тому подобное. Ну, вначале меня прям кринжевало с... Фу, да слово такое какое-то неприятное. Кринж Палмела. Кринж он такой. Да, вы уже поймали этого кринжа, да. Вначале как-то прямо совсем сложно заходило, потому что я вдруг понял, что эти шутки про секс, письки, жопы. И вагины, да, письки и сиськи и так далее, чем-то вот напоминало то, что обстебывает периодически бэткомедиан, когда у него все этот персонаж, который нам письки, нам трахаться. Вот это. Да, ему-то как раз на костюм нужен. Да, то есть я понимаю, что шуток очень много, они их густо стелят, они, к сожалению, все языковые, нету визуальных, угу. как там вот тут было в «Горячие головы», там еще то, что Цукер снимал, голый, угу. этот «Голый пистолет», да, и так далее, угу. много визуального. Нет, тут все, вот, кто-то там еще в пространство, потому что тишины в фильме практически нет, все время кто-нибудь что-нибудь остроумное пытается сморозить, и вот шуток они много стелят. И я понимаю, что вот эта вот категория шуток, ну... Миллиард сам себя не заработает. Понятное дело, что школьники тоже пойдут в кино. Или просто люди, ну, скажем так, неискушенные, которым мало нужно для радости в этом, на этом свете. Их прописки. Хотя на некоторых писькосиськных шутках я тоже подхрюкнул. Они меня застали врасплох. Наверное, поэтому это работает юмор. Потому что из ниоткуда вдруг вот этот тебе член прилетает, дэдпуловский какой-нибудь. Но юмора много, попадает не весь. Мне кажется, лучше было бы, как говорил Ленин, меньше маленький гриб, да хороший. Да. Потому что некоторые прям хорошо шутки, а некоторые думаешь, ну, если у вас нету шутки, ну, помолчите. Ну, помолчите хотя бы, не комментируйте. Да. Но нет, стелили крайне густо. Ну, рассчитаны на очень разную аудиторию. Для тех, кто не понимает отсылки, вот есть шутки про секс. Uh-huh. Для тех, кто понимает отсылки, есть свой слой. Для тех, кто... Ну, ладно, для интеллектуалов, может быть, тоже какие-нибудь есть. Но да. Я в какой-то момент даже пытался оправдать это тем, наверное, не в какой-то момент, а когда мы шли уже обратно, думал про фильм, что вот как вот эти шутки постоянно такие вот жопно-сортированного уровня, ну, почти да. жопно-вагинального уровня. Ну, ладно, окей, допустим, он, это персонаж такой. Но мне кажется, что первая, вторая часть, она реально была меньше таких вот. И обращение к зрителю, вот это вот, ломание четвертой стены, и вот этих вот шуток, которые вот, они были какие-то более... Ну, то есть, по крайней мере, ты понимал, в чем шутка. Потому что здесь часто, вот как был момент с надписью «20 век Фокс», с этим злого увитым. А, да, это вот... Дэдпул просто... впечатывают, и он встает зачем-то, о, «20 век Фокс». Мы видим. Скорее всего, мы это и так видим, не обязательно это все комментировать. Да. Но мне кажется... Как ты относишься к Райану Рейнольдсу? Я не смотрю на него как актера, который Актерович, который выдает какие-то вот офигенные штуки. Он вот. Примерно всегда выдает Рейнольдс. Хью Джекман в этом смысле гораздо круче его. Вот, и по качеству фильмов, которые с ним были и так далее. Но Рейнольдс, он актер харизмы, одной харизмы, так сказать. У него есть вот этот вот... природная привлекательность, и он ей торгует. Ну, и харизма тоже есть. Ну, то есть мне кажется, что он обаятельный. Да. То есть я в его исполнении даже вот эти вот скаберзные... У меня есть такие люди знакомые, как Райан Рейнольдс, вот uh-huh. в творческой тусовке. Uh-huh. То есть ты смотришь, у него классный, харизматичный, сразу привлекает к себе как-то внимание. Вот он заходит, как освещение, помещение немножко освещается, uh-huh. и как-то и все к нему тянутся, и это душа компании, он веселый. А то есть периодически морозит полностью тупые шутки. Да. И ты как-то такой в этот момент, ну, да. Точно. Бывает. Ну, и точно, я вспомнил, что бывает у него такое-то. И на старуху бывает пророк. Да, да. То есть, ну, он иногда, вот особенно первая треть, я бы сказал, фильма, он прям мне казался такой, блин, ну, хорошо отыгрывает, мне нравится. Как бы попадает в тайминги комедийные, все вот это вот есть. То есть я к нему тоже отношусь довольно-таки сдержанно,
особенно, мне кажется, если взять человека, вот, посадить и заставить смотреть все фильмы Рейнольдса подряд, это будет сложное испытание, потому что он, в принципе, везде, он, по большому счету, просто отличное совпадение, которое заключается в том, что Рейнольдса прямо характер, или его, можно сказать, по тому же Юнгу какому-нибудь... теневая сущность, то есть его как в альтер-эго, оно очень созвучно просто с персонажем Дэдпула. Они удачно друг на друга накладываются, и мне кажется, что Рейнольдс не вживается в роль Дэдпула и не пытался его раскусить, просто Рейнольдс такой посмотрел на Дэдпула и говорит, так это же я. В принципе, и есть, только без трико, да. Я очень люблю этого персонажа, да? Да, да, как-то так. Ну, как тебе персонаж еще понравился? Кто-то тебя всплывает в голове? Кто всплывает у меня в голове из тех, которые там появлялись? Ой, ну, лысая злодейка – это классический диснеевский злодей, который непонятная мотивация, что-то существует, потом умирает. Ну, мотивация – убить всех. Я злая! У меня обидели, теперь я зла. Мне, кстати, вот по поводу ее есть что сказать. У меня прям в какой-то момент... Она прям жалкая была для меня. Жалкая чисто с актерской точки зрения, потому что я понимаю, явно видно, что актриса первый раз в жизни злодейку отыгрывает, потому что я, ну, волей судьбы, по меркам маленькой Латвии, я сыграл довольно много злодеев. То есть я изучал этот вопрос. И вот когда мне выдалась возможность сыграть злодея не в первый раз, а там во второй, да. Я прям вот по нотам шел в этом направлении, и достаточно одного раза, чтобы решить, что ну, пора что-то менять. То есть она отыгрывала прямо по классике вот это вот. Uh-huh. Итак, Дэдпул, ты думаешь, ты такой умный, мистер Бонд. Ну, то есть вот это вот все такое, я злая и обиженная и так далее. И твоя борода такая. Джафар, борода такая. Да, то есть какой-то Джафар был интереснее злодей, хотя, в принципе, тоже был стереотипичный, но он был смешной и жалкий местами, поэтому это работало. Да. То есть мне ее было жалко, в том плане, я понимаю, что чисто сценарно ей особо не дают с чем работать. Все, весь ее текст написан, шуток ей не выдали, нейросеть написала все остальное, и она старается гримасничать, наводить жопу, то это тут не работает. То есть, мне кажется, если в такого рода фильм вообще, в принципе, невозможно сделать пугающего злодея, который будет на полном серьезе все отыгрывать. Если вы понимаете, что вы не можете делать пугающего, сделайте его хотя бы остроумным, как Дэдпул, ну, по-своему. Ну, точнее, не как Дэдпул, а что там тоже будет какой-то тип юмора, но он будет другой. А вот если вспомнить вот первую, вторую часть, какие там враги были? Там на самом деле тоже вот в первой части вообще никакой враг был, там больше интересно было вот это. Там был этот чел, я помню, как он выглядит, но ничего на себе такого. Там скорее не путешествие было и соприкосновение вот этого остроумного Дэдпула и вот этого железного Бориса, или как там меня зовут. А второй был Кейбл. Ну, Кейбл тоже серьезный. Ройлен, и он тоже был серьезный, но он... Он хорошо выглядел. Не факт, что ему было больше что отыгрывать, но просто при всем заслуге Бролина сюда тоже нужно было бы брать какую-нибудь актрису, которая бы что-нибудь интересное попробовала с этим сделать. Ладно, Кейт Бланшетт уже заюзана была везде, где только можно было. Я не знаю, мне сложно представить, кто могла бы быть и кто бы справился и отыгрывал, потому что там был момент злодейский, который мне понравился, который можно было бы теоретически развить, но он был только в одной сцене, ее сцена как раз-таки с Росомахой, где я такой, о, окей, это интересно было бы в потенциале. Она может читать мысли других людей. Классный эффект, кстати, сделан с этой рукой, интересно. Да. Она может проникать в голову, и там она как бы проникается к нему эмпатией. И вот это интересная же концепция. Если ты можешь пробраться в голову к любому человеку, и не только ты пробираешься, но ты начинаешь чувствовать, что он чувствует, у тебя появляется эмпатия. То есть это могла бы быть злодейка, суперэмпатка, которая сопереживает, но пытается вести это куда-то все в свою сторону. То есть эмпатия, это же хорошая считается вещь, это эмпатия. Ну, да. А тут
эмпатия, но мы ее используем не в аналогово, а не в эмуляторше. Да, то есть, да-да-да, вот что-то вот с этим могло бы там получиться интересным. Ну, вообще, какой... Началась, закончилась, и на этом и забили. Да, да, вообще, какой злодей мог бы противостоять Дэдпулу? То есть это... ну, если на антагонизме играть, то это либо вот злой Дэдпул, который там точно такой же дохлик неумеручий, точно такой цепающий шутками, но при этом злодейская тварь. Да, как раз у меня был передоз двух Дэдпулов, еще одного Дэдпула запульнуть, это было бы... Да, либо это какой-то... Малкович, Малкович. Да. Сверхсерьезный мужик, то есть не мужик, ну, любой, сверхсерьезный персонаж, а-ля там этот чувак из последнего Тора, ну, в исполнении нашего любимого Кристиана Бейла. Вот. Да, взять какого-нибудь шекспировского актера или актрису, который это будет на такой разрыв, таким пафосом разыгрывать, что в этом даже, возможно, будет уже какая-то прелесть. Да, но мне кажется, что здесь вообще этот главный злодей – это так, МакГаффин. Ну, так, не только здесь, во всем сраном Диснее. То есть я не помню, когда у Диснея был, в каком марвеловском фильме, когда был прикольный злодей. Напомни мне, пожалуйста, может быть, я пропустил что-то. Начиная с первого «Железного человека», там был замечательнейший этот, как его, Большой Лебовский чувак, Джефф Бриджес, которому тоже было решительно нечего играть. Я во вселенной Марвел, если честно, могу вспомнить из злодея, кто мне вспоминается. На мой взгляд, довольно-таки недооцененный злодей в Марвеле, это во втором «Железном человеке» Микки Рурк. Но только за счет того, что Микки Рурк, возможно, просто фактурный чувак. Такое ощущение было, как будто бы вообще насрать на эту Марвел с глубокой колокольни, с высокой. И как-то он мне там запомнился чисто на своей харизме, хотя им играть тоже не было. А все остальное я даже не могу вспомнить. Ну где? Ну, может, Рейбовского Спайдермена, но это до Марвеловский. Ну хорошо, да, вот. Уильям Дефо какой-нибудь, он умеет, он у тебя и Шекспира выдаст такого, и при этом это будет смешно, это, я не знаю, ладно, если хорошо, я понимаю, здесь нужно было женщинами разбавить всю эту сосисочную вечеринку, но вот из женщин я вообще не помню женщин-злодеек прям таких качественных, они были в диснеевских мультиках, например. Но все остальное, да, это был такой МакГаффин, МакГаффинович, он существует, то есть я реально пытаюсь вспомнить какого-нибудь вообще качественного злодея, это хотя бы в комиксах. Мне почему-то вспоминается реально Мэд Макса, последний Фуриоза, действительно. При том, как ему... Но он же злодейка. Нет, не Фуриоза, а вот этот вот Торовский. Ну, опять же, не Марвел. Дементий. Да. Дементий. Да, Дементий. Как у Гоблина, у них здесь Винни замеет. Дементий не сидит. Ну, я к тому, что вот это комиксный фильм, и действительно, он там был момент, что это комикс, в котором есть вразумительные злодеи. Да, но весь остальной комикс был серьезный. Ну, относительно. Возможно, еще с, опять же, Сэм Рэйми и «Приключения доктора Стрэнджа», несмотря на то, что вот это путешествие по мультивселенной, там интересное было противостояние. А, «Алая ведьма». «Алая ведьма» как таковая, ну, так себе, но там, по крайней мере, хоть какая-то мотивация была. Она странная, но мотивация была. А тем более, что потом это все, как оказывается, что там все это давно переписали, там потом сроки где-то, сраки, и, в общем-то, горели, и, в общем-то, пришлось резать по-живому. Но тем не менее, вот «Стрэнджи» и «Анти-Стрэндж» — это была вот мощная штука. Мне вот это вот одно из того, что мне запоминалось. Да. Ну, кстати, опять же, я понимаю, что в рамках современного Голливуда это не могла не быть женщина в этом конкретном составе актерском, в этом ростере, который есть. Но, судя по всему, они хотели сделать женскую версию озлобленного альтернативного профессора Ксавьера. Опять же, если бы это был Патрик Стюарт и оригинальный профессор Ксавьер, ну, он был злой, вот он бы отыграл, я думаю. Это какая-то смесь Ксавьера и вот этого Магнета.
Ну да, ну то есть, мне кажется, им нужно было из экраны выдернуть кого-то, либо какого-то персонажа, про которого мы забыли, но которая там хорошо отыгрывала интересная актриса, которую звернуть можно хотя было. Хотя бы какая-то синергия, чтобы появлялась. Да. Он может быть вообще второстепенно, третьестепенно, но чтобы у него какая-то способность была, которая синергией бы отзывалась и делала бы интересную вот эту связь. Ну, либо какой-нибудь просто неожиданный каст именно, который, mm-hmm. может быть, вытянул. Взять, не знаю, Мэрил Стрип на эту роль. Ладно, Мэрил Стрип не пойдет. Мэрил Стрип, наверное, сейчас уже 180. Но кого-нибудь вот неожиданно, что такое, окей, у этой тетки, она отличная тетка, я такого еще не видел. Такого она еще не выдавал. Ну, не знаю, не, может быть, придет в голову, кто-то мог бы быть. Ну, короче, злодеи заваленные, что она чуть-чуть получше получается у напыщенного этого британского директора временной... петли, или как это называется, в общем, да. Я не планирую углубляться и запоминать весь этот лор. Мистер Парадокс. Ну да, ну то есть Мистер Парадокс, ну, английский бюрократ. Американцы до сих пор уже, по-моему, лет 100 усываются, так же, как у итальянцев, когда я был в Италии, я поражался тому, что до сих пор на разрыв аорта итальянцы смеются со спектаклей, когда выходит женщина и говорит, я монашка, но я люблю... пёхаться. И все такие, она монашка, но на самом деле... Я такой сидел, помню, спрятал, серьезно, да? Это так вас задевает за живое, да? Все еще, да? Ну, понимаю, тяжелое наследие. Католическая страна. Католическая, да, на страна тяжелое наследие. До сих пор прям бугагашенька такая, что прямо уняться не могут. Так и у американцев есть тоже свой криптонит. Это британские злодеи, которые, разумеется, они вот в отличие от свободолюбивых американцев, они вот такие чопорные, такие все бюрократы. И говорят так красиво, видите ли. Красиво. Proper English, fuckers. Король говорит. Мы парни простые, да. Мы парни простые. Хыдыч, хлобуш, да, и так далее. В общем, да, злодеи завалены. Ну, в принципе, другого от Диснея можно было не ждать. Знаешь, мне вообще кажется, что лучший... Еще злодей. Да. Говоря про злодея. Да. Вот эта финальная схватка, как я думаю, называемая, вообще что-то невразумительное, честно говоря. Сила дружбы победила. Сила дружбы, вот это вот. Главный антагонизм этого фильма – это вот это вот товарищ Логан и товарищ Дэдпул. Да, подружатся ли они? И при этом мы знаем, что подружатся, просто интересно смотреть, как, да. Что произойдет. И, если честно, я на самом деле не особо, наверное, понял, как, в какой момент. Ну, видимо, когда эгоизма стало чуть поменьше, да. Ну да, но и химия работает при этом, и химия работает. Вообще, да, пока я помню эту мысль, я когда смотрел, мне почему-то на ум стали приходить The Family Guy мультсериал, они же Гриффины в русском переводе. И тут внезапно в дверь входит, да? Да, да, Рик и Морти, ну вот такое вот, там Южный парк и так далее, да. Просто с большим бюджетом и прочим. Да. Почему Гриффины? Потому что вот в Гриффинах есть этот... Ну, для кого-то культовый, к сожалению, я почему-то знаю, что это культовый для кого-то момент. Там есть несколько периодических гэг, которые возвращаются на протяжении всех этих Family Guy'ов, когда Питер вдруг дерется с гигантским петухом, и это долгая сцена, минут на 6, и они... Не знаешь этого, нет? В общем, как и в традициях юмора Family Guy... Я на Рике Морти остановился. Да, ну, как в традициях Family Guy внезапно начинается спонтанно, никак логически не обоснованно драка. Ну, то есть из разряда Питер говорит, это как тот раз, когда я дрался с гигантским петухом. И она показывает сценку, где Питер дерется с гигантским петухом на протяжении 6 минут. И потом эта сцена просто заканчивается, и все остальное никак с этим не связано. Это просто вырвано из контекста. Вот такое. И вот тут местами у меня было это ощущение. Потому что когда начинаются драки, я понимаю, что какой-то бюджет, как-то нужно людей развлекать. Но мне, например, хотя они хорошо поставлены, мне от них ни холодно, ни горячо, потому что я знаю, что ставок никаких, никто умереть не может. Вы сами это заявили в самом начале. Их невозможно убить, с ними ничего не произойдет, они спасут мир. Мне этот экшен не радует. Возможно, если бы мне было чуть поменьше лет, мне бы этого хватало. Но сейчас нет. Я бы сказал, что единственный экшен, который меня порадовал, это как раз-таки та сцена... В машине. Да, в машине. Вот там вот какая-то вот...
эмоция чувствовалась, что от чего они бьются, как бы. Да, да, это в этом был какой-то еще дополнительный слой того, что мы друг друга не можем убить, но мы будем пытаться, потому что мы настолько сильно друг друга бесим и триггерим сейчас, да, в этот момент. Что-то в этом, я бы даже не побоялся этого слова, есть от Сартра. Ссылка на философа, потому что у Сартра есть такая замечательная пьеса, я еще играл в ней, «За закрытыми дверьми», где просто в ад запихнули трех персонажей, у которых характеры вообще не совпадают. Они вначале не понимают, в чем ад, а потом, и это цитата Сартра, ад — это другие люди. Ну да. То есть и тогда тут уже не важно, можешь умереть или нет, просто если вы бесите друг друга на молекулярном уровне... Ну в каком-то смысле, да, это действительно ад. Это самое... Да. Ну как бы если по мифологии, конкретной нынешней мифологии Марвела, то, да, собственно, вот это вот, это мусорник марвеловской, угу, марвеловской вселенной, где попадает всякая херь, и его, собственно, они двое там застряли. Метакомментарий, да. Да. Ну, мы соскочили с персонажей. Хорошо, злодеи, ну такие, да, они есть. Да, все, что про них можно сказать. Ну, и чуть больше остальное мы уже сказали. Ну, еще кто-то тебе вот так вот запал. Из злодеев вообще больше никто не запал. Там, там больше, есть они все остальные статисты, мне кажется. Да, есть там какие-то статисты со значимыми скиллами, но они все равно статисты. Угу. Там даже этот пироман, и там человек с длинным языком, но это вообще никак и нигде. Вот. Да. Если говорить про остальных, то, собственно, ну, кто там еще? Там есть эта команда хороших, которая была. Не, ну, есть его... Там получается, да, смотри, есть команда Логанов, ну, то есть не команда, а вот группа Логанов, которая он там, ну, поначалу что-то разыскивал, непонятно. Есть команда вот этих вот выживальщиков, о которых мы поговорим, и команда Дэдпулов. Вот. В принципе, среди них... Ну, семья Дэдпула. Семья Дэдпула. Ну, там... Нет, я это к чему веду? Мне почему-то западает в сердечко, я не понимаю. Это абсолютно одномерный персонаж, ни о чем, но вот эта вот подружка этой термоядерной боеголовки Юкио, я не знаю, я понимаю, что это полная тупня, но я каждый раз я так и нарадуюсь. Хотя это одна нота, как и все остальные персонажи. Это одна функция, одна шутка и больше... Да, но она мне почему-то очень такая кавайная, да, такая милая. Но, да, ну ладно, если остальные всех списали. Вся его семья, они утилитарную роль, да, по старой памяти им дали камео. Да, Russian guy. Или серб, или болгарин, не важно, один человек. Не, не русский он там типа. А я не помню как бы. Одним словом, румын, да. Да, румын. Вот, и... Вот эта его семья, это очень интересный кейс. Меня после Дэдпула и Вольверина я заинтригован, потому что Ти Джей Миллер, то есть чувак, который играл в первом и, возможно, во втором Дэдпуле, я так не помню, бармена его друга, который играл также в сериале «Кремниевая долина», угу, и вообще такой знаменитый, он вообще прям ехал покорять Голливуд. Он ушел с последнего сезона «Кремниевой долины», потому что он был уже распальцован, и он уже Голливуд, я иду. Что он натворил, что мы его больше не видим даже в Дэдпуле? Надо посмотреть. Может, его заканцелили, или он сам себя заканцелил в своем раздутом эго, я не знаю, я не понимаю. Окей. Okay. Обратите, я сейчас, это тематически, потому что кто смотрел Дэдпул и Росомаху, кого я напоминаю? Питер Пул. Питеру Пулу невозможно отказать. Это, кстати, персонаж, который мне очень понравился. Мне понравился во втором Дэдпуле, хотя он там, по-моему, появляется... на полминуты. Мне нравится, что, по крайней мере, есть один персонаж, которого не разжевывают. У него явно есть какой-то супер скилл, но мы не знаем какой. Да. Наверное, это просто харизма. Да. И обаяние какое-то природное. И мне нравится, что они что-то вообще никак не объясняют эту шутку. Да. В этом что-то есть. Даже, я бы сказал, там мета какой-то, можно мотив угадать, что это как бы он собой... символизируют такие классические правые ценности, христианские, как, ну, как вот Нед Фландерс из Симпсонов, и он... Да, Нед Фландерс. Но при этом он немножко... ну, в общем, да. Мне этот персонаж нравится.
Опять же, вот это тот вариант, как, возможно, была бы какая-то... Как строить персонажей вокруг Дэдпула. Ага. То есть вот этот Питер Пул, он же Питер, он не хохмит. Хохмит он... один раз, там большая... Сосковый член. Хорошо, согласен. Он, скажем так, это сценаристы для него придумали. Он сам это отыгрывает на голубом глазу. То есть он это отыгрывает просто... Он в персонаже, у него нет такого... прям подмигивает зрителям. Он отыгрывается вот этого такого самаритянина, да, порядочного. Да. Это работает как шутка, угу. Хотя при этом ему не дают прям много гага. Просто он сам по себе такой в этой вселенной, кажется, интересный персонаж. Ну, у меня вот это. Да. Ну и, соответственно, дальше начинается весь этот взвод камео всех матерей. Я говорил уже, это, скорее всего, то, что они прочувствовали после, вот, после Человека-паука, потом Sony это просто взяла на... Мультиверсию, да. Взяла за паутину-то. А, потом еще в мультиверсии вот эти вот варианты начинают прощупывать, что народу нравится, что не нравится, то есть вот это вот эффективный менеджмент. И в Дэдпуле, конечно, я чувствую, что Рейнольдс, вероятно, он решил над этим подшутить, но все равно получилось типичная мультиверсность. Да, типичная мультиверсность. За что? Что меня радует в этом? Во-первых, все-таки эти актеры, которые камео, которые да. крутые актеры, они все-таки актеры. Ну, то есть актеры с большой буквы. Угу. И они, мне кажется, неплохо так стебутся на этом капустнике. Да. То есть, ну, отыгрывают в основном хорошо. Плюс, наверное, вот тут как раз-таки по Кэмпбеллу, по путешествию героя и по правилам импровизационного театра тут хорошо работает одна история. Зритель в большинстве случаев всегда будет болеть за того персонажа, и тот персонаж будет главным героем, у кого дела хуже всех. Underdog, так называется этот типаж, то есть, который из грязи, опять будет сказать, превозмогая, сможет, который вырваться и вот и доказать всем, что он не так плох. И тут, как бы, они, в принципе, все вот эти камео, это все вот эти вот персонажи, которые были выброшены на мусорку истории, им дают шанс актерам еще раз сыграть, и в этом есть что-то милое. То есть Ченнинг Татум в роли Гамбита, да. который проект он мучил дольше, чем Махершала Али Блейда. И так его и не сняли. И все-таки у него есть возможность сыграть это еще с сарказмом, танго-ин-чик, как говорят. Да. Ну, это как-то миленько. Мне понравилось в этом плане. Ну, даже есть удаленная сцена, где вроде как он даже там куда-то сваливает. Ну да. И... Ну, Электро — это просто шутка сама в себе, потому что какого хера Электро? Это просто смешно, потому что давайте возьмем самого какого-нибудь бестолкового супергероя, который... Халли Берри. Да, это же DC. Да, это же DC, ну, примерно. Это было бы аналогично, если бы они сделали так. Ему было грустно, очень грустно, чисто по-человечески, смотреть на Уэсли Снайпса. Как там выглядит, не очень. Я не знаю, что у него там со здоровьем. Как-то исхудал он, бедный. Но он уже не в тех золотых годах. Да, ну сколько ему лет? Ну подожди, когда? 94-й это Demolition Man, там Blade это, вот. Ну, допустим, 2000-й. 20 лет уже, 25 лет. Ну да, ну пофиг нам ходу. Под 60. Какой-то, понимаешь, они даже не дали ему, то есть если тот же, условно, там, Ченнинг Татум, он отжигает роль этого гадка? Ну так он молодой и здоровый, все дела. Не верим, что... Ну как, слушай... Ну, смотри, вышли Снайп... Он есть немного старше Хью Джек. В это Expendables. Да, да. Он там как минимум в паре фильмах играл. Как минимум в одном. Хорошо, я просто, если кто-то не видел, вот ты к столу упомянул как раз, Уэсли Снайпс образца Demolition Man. Как, о, это как, просто... Вот такие злодеи должны... Это камни бы, гвозди бы делать из таких злодеев. Да, это фильм, который можно пересматривать, он даже в чем-то пророческий. Да. Я с женой смотрел, она такая, блин, фига себе. И он там смешной, харизматичный и так далее. Здесь даже, когда он тебе свои фразы говорит, даже если сравнивать с Блейдом и так далее, ну какой-то он прям совсем грустный, совсем уставший. Ну, да. Он настолько грустно и уставший, что я бы на месте Рейнольдса, когда посмотрел бы на него, такой, ну, да, он дешевый,
сейчас нормально, но, может быть, поищем какой-нибудь еще вариант. Кто-то еще... Да, нет, может, но фишка в том, что они с Рейнольдсом, в общем-то, дружбаны как-то. История о том, что они дико враждовали на Тринити, это скорее раздутая история. Ну, то есть, если это был как жест такой со стороны Рейнольдса Снайпсу, тогда я понимаю. Если бы он хотел бы сделать фильм лучше, можно было бы просто взять Эдварда Нортона в роли Халка и делать гэги на тему того, что с Нортоном невозможно работать, и это просто... Ну, то есть, например, да. Но это было бы поинтереснее. Ну, если это как одолжение Снайпса было, то да. Ну, этот Крис Эванс... Забавно. Да, забавно. Там подловили, подшутили, хороший был гэг. И что там еще-то было-то, кто еще появляется? Не так много, как оказалось, персонажей. А, ну вот это вот все, X-23, да-да-да-да-да, Электро. Ну и потом Дэдпулы пошли. Ну и потом пошли эти Дэдпулы. Ну, если бы мы это видели в первый раз в жизни... наверное, это производило бы большое впечатление. Но мы это видели уже и в «Рике и Морте», и в этих «Спайдерменах», и, наверное, много где еще. Еще недавно, может быть, лет 5 назад, я бы говорил, что, ребята, мультивселенные, что вы не копаете их, это ж такая кладезь. Сейчас я уже могу сказать только остановитесь, пожалуйста. Ну, знаешь, вот это вот с этими Дэдпулами, в чем фишка? То есть... Я, во-первых, не понимаю, что это за Дэдпул. Это для гиков реально какая-то офигенская штукенция. Но для меня, вот, я не знаю, кто они, что они. Это просто меня завалили не качеством того, что вот это вот действительно... А количеством, просто вот... Придумать их можно много раз. Да. Но... Это как в Локи там эти... Да. Локи-крокодил там, не знаю. Мне кажется, не проблема в том, что... В Локи, кстати, они качественные. Да, Но вот это вот не проблема в том, что много Дэдпула. Проблема в том, что они не нужны, во-первых, потому что они появляются в конце для того, чтобы погаситься с Дэдпулами, и потом все это дело закончилось. То есть их можно убрать, и фильм ничего сюжета не поменяет, а просто станет короче. Да. Это вместо финального махача со злодейкой. Да. Но при этом они даже с ней не махались. Она просто... Это все равно бы закончилось тем, что они пошли бы в подвал и сжались руками. Ну, из фильма все равно смело можно было минут бы 20 вырезать, и ничего бы... Кстати говоря, про хронометраж. Ты вот упоминал Рик и Морти, это меня вот задело о том, что реально вот все эти вот гэги насчет ниже пупка, вот, они, в общем-то, прикольные, но... Они прикольные определенное количество времени. После какого-то момента они вот шкалометр зашкаливает. И, в общем-то, если в «Рике и Морте» это нормально работает, потому что там серия, сколько там, 20 минут? Вот. Да. То да. Здесь 2 часа 20 минут фильм. То есть это может утомить. Ну, вообще, вот это вот ощущение капустника, причем я хочу объяснить, что значит капустник. В принципе, например, в театральной среде. Да. А вот есть студенты, они или театр, уже работающий драматический театр, какой-нибудь там МХАТ и так далее. То есть люди целый сезон репетируют спектакли серьезные, Чехов, Шекспир там, и так далее. Они это все играют, это все сложно и прочее. А в конце, ну или там под Новый год, есть вот какой-то сабантуй, вечеринка «Свои для своих», и тогда над всем сделанным стебутся. То есть делают такой вот спектакль, просто сами что-то складывают этюды на легкую руку, вечер воспоминаний, как у нас прошло, посмеемся сами над собой. И это все сильно напоминает такой диснеевский капустник. Да. Только это уже какой фильм у Диснея подряд. Ну да, то есть посмотрите, вот так у нас было. У нас есть, вы думаете, у нас нет чувства самоиронии? У нас Дисней, это вот самая ирония у нас есть. Мы сами над собой можем посмеяться. Говорят, они как будто бы заявляют, а при этом хитро делают там все равно классический диснеевский фильм абсолютно про силу дружбы и про все остальное. И вот я не знаю, как к этому относиться.
Ну, заработал сколько? Ну, там все очень хорошо было. Миллиард там они собрали, нет? Дэдпула? Ну, что-то у него хорошие сборы, по-моему, были. А, то есть, да. И я удивлен там тем фактом вообще, что Disney решили такой шаг, ну, такой шаг пойти. То есть, самый удивительный фактор — это то, что они разрешили Рейнольдсу сделать вот этого Дэдпула третьего. Они все равно его пригладили. Ну, я думаю, что все дело в том, что на стримингах, наверное, Дэдпулы первые, вторые, они собирают вот это вот, и они смотрят, на люди пойдут. Ты прав. Это, в общем, скажем так, Disney, как бы они ни относились к такому... Да, но эти шутки они такие... Ну, да, достаточно было одного раза. Да. Достаточно было одного раза. Но да, и... То есть как бы Disney бы к этому ни относились... Деньги. Деньги. Деньги правят бал. Да. То есть, даже если бы Дэдпул занимался бы каким-то полным 18+ непотребством, но это бы можно было бы как-нибудь монетизировать, я думаю, Дисней с радугами и диснеевскими принцессами все равно бы кинулись в этот омут, потому что это деньги. Да. Потому что у них нету больше никаких других инструментов и рычагов понимания того, что вообще делать, чтобы оно собирало деньги, как работало. Обрати внимание, главные хиты и успехи Диснея в этом году пока что это 18+, Дэдпул и Росомаха, Чужой Ромул. Которые вообще не собирались выпускать. Это то, что у нас сейчас ассоциируется с Диснеем. Да. По большому счету. Не мышонок. Не Микки Маус, не Русалочка. Вряд ли будет супер-мега-блокбастером это испанская Белоснежка и семь толерантных сущностей. То есть, да, это то, на чем у них все держится. Да, внезапно. Еще что хочу сказать по поводу длины фильма. Чтобы я не сказал, что там офигенный сценарий. То есть там действительно куча гэгов, они постоянно останавливаются и говорят. И это говорение длится и длится. А потом вместо того, чтобы, ну, как бы фильм, ты должен показывать, они вместо этого останавливаются и начинают что-то рассказывать. И этот Логан, типа, что ты не спас свой мир, типа, что у тебя случилось? Это, по-моему, несколько раз они заводят эту тему, и толком объяснение, что же он там не спас, как бы мы не получаем. Но он не помог, он не помог. Не помог. Типа да. Такой МакГаффин, чтобы он был печальный. Ладно. Ну да, ну то есть понятное дело, что сюжет вообще рудиментарен, но главное, что я могу сказать, что химия между Рейнольдсом и Джекманом есть. Да. В принципе, на этом и тут все и держится. Если бы этого не было, то ничего бы и не было. Эта химия есть. Какие-то отсылки смешные, забавные есть. Посмеяться можно, посмотреть можно. Хочу ли я смотреть это еще раз? Мне не нужно. Ну, в принципе, мне и понравился в свое время первый Дэдпул, и мне понравился второй. Я их больше никогда не пересматривал. И я переживу, если больше никогда не пересматриваю. Да. То есть, ну, на один раз посмотреть можно. Если шаришь за киноиндустрию и за варки, которые у них происходят, можно благогашеньку словить. Там, по-моему, даже, опять же, мне показалось, что слишком много он начинает поворачиваться вот в четвертую стену и говорить, типа, вот там это Дисней, это вот не доплатили, тут у тебя нету диалогов, вот какие-то такие сценарные внефильмовые штуки. То есть раньше, по-моему, там пару раз он повернулся, и ты понимаешь, ага, вот, прикольно, вот эта вот фишка у него есть, как у персонажа. А тут он просто буквально тебе... плющит вот это вот. Триквел. А как делаются сиквелы, по какому правилу? Те же щи, только гуще. Те же щи, только гуще. Те же щи, только гуще. Ну, то есть, ну, тут уже густые щи. Уже это даже не щи, уже даже не суп практически. Там уже персонаж выварился в этих щах. В общем, вот. Вот. Нормально. Я был настроен более скептически, по большому счету. Я говорю, я какие-то свои смешки получил. Нормально, годится. Да. А у меня, на самом деле, после того, как мы шли к машине, было ощущение, блин,
Извини, чувак, что я потащил тебя на этот фильм. Потому что у меня конечное ощущение, что он затянутый. И у него есть три главные фишки, на которых он держится. Это вот выбор Вульверина, в котором вообще никак не объясняется, почему он выбрал именно того, кого надо. Вот. Второе, это вот эта вот драка в машине, и там действительно интересная вот эта вот какая-то актерская игра. И третье, вот то, что они собрали старый состав из старых X-менов и Марвеловских, и вот как-то смогли это сюжетно обосновать. Но при этом концовка, она вообще просто Магафина погоняет. То есть это нечто из разряда... Они должны победить, и они чем-то как-то так победили. В общем, Дэдпул – хорошее кино. Миллионы мух не могут ошибаться. Да. Если вы не смотрели, там, посмотрите на каком-нибудь стриминге, под пивасик, лучше два. Ну, лучше я советую... Вот, и вам зайдет. Я советую смотреть это только, если вы разбираетесь либо в каких-то новостях кино и в какой-то подноготной, или в фильмах Marvel, что-то такое. Если вы человек со стороны, если вам Дэдпул сам по себе ничего особо не говорит, и вся эта киновселенная с супергероями Marvel тоже вам параллельно, то смело проходите мимо, вам тут ловить нечего. Это для тех, кто в теме, в танке в теме. Это для людей, которые как-то этим интересуются. Если вы этим не интересуетесь, этот фильм вас не заинтересует точно, отвратит еще больше. Да. Как-то так. Как-то так. Вот. Честно. Сори, честно, мне... Я знал изначально, что вряд ли это будет список Шиндлера. Не, ну понятно, что это вряд ли будет список Шиндлера. Хотя было бы интересно. Я сказал, вслух подумал. Ну что-то у тебя в последнее время какое-то позитивное мнение. Там ты мне еще и Терминатор Зеро рекомендовал. А мы сейчас хотим тоже это обсудить. Здесь же, в этом же. Ты хочешь? Я не знаю, сколько там времени. Хотелось бы... Ну ладно, давай тогда в следующий раз. Да, странно, кстати. Для такого душнила, как я, что есть какие-то все-таки более-менее позитивные, оценочные. Маленький бонус... Мне кажется, есть смысл дать шанс. Не буду прям сильно расхваливать, но я был приятно удивлен. Сводил детей на Страуна. Латышский трехмерный мультик. Угу. Знаешь, слышал про него? Видел. Ну, видел, да. То есть мультик без слов. Это меня купило. Это отлично, без слов. Значит, будут как-то другому историю рассказывать, держать. Латышская трехмерная анимация. Да. Ну, понятное дело, что бюджеты несоизмеримы с Disney, Pixar и так далее. То есть это другие бюджеты, но тем не менее, по крайней мере, визуально это выглядит не стыдно для 3D-мультфильма. Это концептуально интересно. Но если на уровне концепции, это интереснее, чем большинство то, чего сейчас запускает Pixar и Disney. Да. То есть это такой арт-хаус, я не побоюсь этого слова, это смесь Pixar и Revenant с Ди Каприо. Окей. Попытка, да? Да, то есть это реально про котика, который в постапоке пытается выжить во времена большого потопа. Это как потоп вселенский, только Ноя с аркой никакого уже нету. Угу. Людей уже, в принципе, никаких нету. 9. Да, в принципе, в какой-то степени. Это, да, постапок. Про милых зверушек, которые, слава богу, не говорят, а они ведут себя как звери, да. И которые пытаются выжить как-то в этом всем. Угу. И чисто концептуально в этом что-то есть. То есть вот такой вот совет, если есть... Посмотрите, да, он... там есть какие-то ограничения, скажем так, они прямо кучу интересных ситуаций не придумали. Да. Как, куда... что с этими героями будет происходить, и чтобы оно не повторялось и прочее. Но это латвийская трехмерная полнометражная мультипликация. Мне вообще не с чем сравнивать. Просто молодцы. Дальше, чтобы было еще лучше, и вперед. Mm-hmm. Да, окей. Интересно. Я вспомнил еще, хотел комментарий сделать.
финальной сцене, то есть то, что на титрах показывали, вот эти вот старые фильмы от X-менов, там вот это вот. Не финальная, не сцена после титров, а просто на титрах, когда идет нарезка из воспоминаний того, что было. Безусловно, это такой большой, ну, не знаю, поклон, наверное, от того же Рейнольдса, то, что это как проложили дорогу вот этим комиксам, в котором Хэнзо начал вот одну из главных ролей играть. Но тут, наверное, этот момент, что после поглощения Фокса Диснеем, они все пытаются как-то впихнуть этих мутантов, но еще до сих пор не понимают, как. Вот ты начал говорить. И Scarlet Witch, вот этот вот сериал, там, когда неожиданно вместили вот этого скорости Квиксилвера. Даже не скорость играл, он не Квиксилвера играл. Да. Но как бы все думали, что это он, как бы. Это была такая вот забавная штука. И потом вот этого мультиверсия, где фантастическая четверка появилась, и там другие. Ну, знаешь, это, вот ты стал говорить, это сам же потом накинул. Но вот это, в принципе, это и есть мультиверс. Да? Мультиверс твоего восприятия. Ты либо воспринимаешь, что то, что происходит, например, показ кадров из старых всех X-менов на титрах, как дань уважения Райана Рейнольдса и Диснея в киновселенной людей X, и это поклон самурайский и так далее и тому подобное, либо ты живешь в мультиверсе, где ты понимаешь, сволочи, хотите где-то зацепить, да? Это вот сентимент какой-то, выйти такой, приходите, приносите деньги, но накинем еще и Хью Джекмана с Самахой. Вот это все зависит от того, в каком мультиверсе ты живешь. Я думаю, что это оба варианта работают с точки зрения и Рейнольдса, то, что он может реализовывать такие проекты, а с точки зрения Диснея, который выделяет деньги на такие проекты, это возможность, вот, как бы, так, давай-ка оценим по аудитории, где там эти, на чем крючочки есть. Вспомнилось, помнишь, насколько ты помнишь Black Mirror, «Черное зеркало»? Там был один только выпуск антиутопический про мир, где все было в рекламах везде, и они крутили велосипеды эти, которые стоят на месте, чтобы зарабатывать очки. Да, помню. И там был чувак, который мечтал вырваться из этой системы. Да. И он потом на это местное самое главное событие, это шоу типа «15 минут славы», пробрался, чтобы держать себе кусок стекла там ушей и говорит, да чем вы тут занимаетесь, вы же продаете там, и вот это вот разоблачающий, вот этот весь капиталистический шоу-бизнес давал спич, эту речь, и капиталистический мир просто делал его частью шоу, в конечном итоге он выходил каждый день со своим этим развлекательным номером, где он угрожает сам себе, вот это вот что-то такое, мне кажется, они берут... Че Гевара стал брендом. Да, они берут любое что-то настоящее, искреннее, любое что-то, где есть любовь или страсть, или какая-то просто обнаженная эмоция, и монетизируют ее, расфасовывают и продают вам. Get happy. Да, если бы это монетизировали за хороший продукт, делают же продукт на тяп-ляп и в продакшн. Да, тут я согласен. Юзайте нас. Используйте, но, пожалуйста, делайте это качественно. Да, мы готовы внести деньги, но за хороший продукт. Пусть ваши стропоны будут, по крайней мере, из качественного материала. И смазаны. Давайте, Disney, договорились на этом. Ой, господи, это все Дэдпул. Это все Дэдпул. Ладно, давай, наверное, заканчивай. На этой ноте, да. Все, короче, спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочие штуки. Вот, канал Юрия у нас там есть, там немного, но все равно подписывайтесь. Ну, я что-нибудь когда-нибудь... Да, если будут зрители, будут и видео, соответственно, я уверен. Вот, а в целом увидимся либо, там, не знаю, в играх, либо после кино, либо, собственно, еще где-нибудь еще. И, опять же, если вы смотрите, ну, напишите что-нибудь, прокомментируйте, ну, какие... Да. Пускай дискуссия будет. Да, нам интересно, мы же не знаем, а то этот плюс в интернете, я работаю также и на телевидении, но что бесит на телевидении, ты вообще не знаешь, что думают зрители. Плюс YouTube заключается в том, что любой может написать все, что угодно, ему за это ничего не будет.
Нам интересно, это вообще нас боты смотрят, или это живые люди с другой стороны, есть ли у них какие-то мысли по этому поводу, так что смело. Да. Да. Кстати, да, если что интересно или неинтересно, мы как не ставим, мы на заправке снимаем ночью этот обзор, да, и да. Спасибо большое, нам разрешили остаться дольше, чем на чистой харизме выехали. Да. Ладно.